Глеб, это я, Мишка. Привет тебе из ветреной Франции. Большая семейная премьера. Они едут все вместе, втроем. Папин брат, жена и дочь. Да, конечно, оттяпают. У нас полдома и получастка. Бонжур! Какая встреча! Как я рад! Это прям историческое событие. Родня нечаянно нагрянет. Мы решили остаться и на своей половине сделать ремонт. Когда ее совсем не ждешь. Тебе стыдно? Меня нет. У нас незваный гость. Французы. Мы думаем, что на них никакого права нет. На французов найдем. Ольга Медынич. Эти родственнички, они же ни перед чем не остановятся. Мария Порошина. Убью! Ты такая агрессивная. Да потому что это война, Глеб. Французы под Москвой. Нас пригласили в конкурс на лучшую овцу. Уверена, вы выиграете. Встречаем дорогих гостей в воскресенье в 13:40 на канале «Россия».